Жили-были, варили кашу, закрывали на зиму банки. Как и все, становились старше, на балконе хранили санки. Под кроватью коробки с пылью и звезду с новогодней елки. В общем, в принципе, не то жили. С расстановочкой жили, с толком. Берегли на особый случай платье бархатное с разрезом, два флакона духов от Гуччи, фетра красного пола треза, шесть красивых хрустальных рюмок и бутылку китайской водки. А в одной из спортивных сумок надувную хранили лодку. Время шло, выцветало платье, потихоньку желтели рюмки, а в коробочке под кроватью угасала звезда со скуки. Фетр моль потихоньку ела, лодка сохла и рассыпалась, а змея, заскучав без дела, в водке медленно растворялась. Санки ржавились и рыжели, испарялся закрытый Гуччи. Жили-были и постарели, а все ждали особый случай. Он пришел, как всегда, внезапно, мыло окна и поскользнулось. В тот же день он упал с инфарктом, в этот дом они не вернулись. Две хрустальные рюмки с водкой, сверху хлеб, по квартире ветер. Полным ходом идет уборка, убираются дома дети. На помойку уходят санки, сумка с лодкой, дырявый фетр. Платьем, вывернув наизнанку, протирают за метром метр подкроватные толщи пыли. В куче хлама духи от Гуччи. Вот для этого жили-были. Вот такой вот особый случай.